السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. С вами Ум Малик, и мы продолжаем рубрику «Слова мединского курса». В этом видео озвучены слова второго урока. Как заучить слова по этому видео? Слушаем и повторяем за мной. Так как во втором уроке всего 5 новых слов, мы объединили 2 видео, поэтому после 3 кругов повторения – сразу будут упражнения на закрепление выученных слов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик и поддерживайте видео лайком. Имам. Хаджар. Суккер. Лабан. ورق إمام حجر سكر لبن ورق إمام حجر سكر لبن ورق Первый этап. Смотрим, называем, проверяем. Смотрим на картинку, называем слово на арабском языке, далее проверяем себя. Имам. Суккер. حجر ورق لبن لبن Второй этап. Смотрим, выбираем. Смотрим на картинку и выбираем правильное написание. Хаджар. Варак. Имам. Суккер. Лабан. Третий этап. Слушаем, выбираем. Вы прослушиваете аудио и выбираете правильный перевод. Суккер. Суккер. Имам. Имам. لبن لبن
ورق ورق حجر حجر Четвертый этап. Переводим на арабский язык. Вы прослушиваете аудио, и на экране написан перевод слова. Вам необходимо перевести это слово на арабский. Для наибольшего результата советую взять тетрадь и прописать его. Лебен. Лебен. لبن حجر 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 ورق 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 سكر 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 Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и поддерживайте видео лайком. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.